Алексей Катков родился 30 августа 1995 года, в день, когда на общенациональном референдуме была принята Конституция нашей страны. Примечательно, что в конце августа отмечается и профессиональный праздник «День шахтера», ведь именно с угледобывающей отраслью два года назад связал свою жизнь и сам Алексей. Закончил Саранский технический колледж, там учеба тоже была два года, на практике здесь я был. После этого, через департамент устроился сюда. Попал на участок электрооборудования. С тех пор там и работаю. У меня родители всю жизнь работали на шахте, что и отец был механиком здесь на участке рельсового транспорта, и мама работала тоже на рукоятке здесь. Сейчас Алексей постигает другую сторону шахтерской профессии на добычном участке номер один, куда был временно командирован в помощь коллегам. Его главная задача – бесперебойная работа всех механизмов. Как говорит Алексей, неважно, на каком участке ты работаешь, главное – выполнять все правильно и безопасно, как наставник учил. Когда попал на участок электрооборудования, мой наставник был Насейкин Сергей Алексеевич. Очень опытный специалист, всему меня обучил, в нашей профессии учиться и учиться, поэтому до сих пор консультируюсь у него, не только у него, и ребят по цеху. Опыт набираемся потихонечку. Трудный первый спуск в шахту, темнота и замкнутое пространство не сломили желание Алексея стать шахтером. Работа непростая, признается герой нашего сюжета. Ведь контролировать работу всех конвейеров, лент, двигателей и остального электрооборудования требует стойкости, выдержки и взаимопонимания с товарищами. Как говорит Алексей, этого у шахтеров не отнять. Поздравляю всех с наступающим днем шахтеров. Желаю всем легких смен, безопасных, самое главное. Ну а также счастья, здоровья.